В Кызылорде обсудили роль молодежи в реализации стратегии «Казахстан-2050». Там провели дебатный турнир. Его участниками стали представители четырех фракций «Жас Отан» и общественного объединения «Кызылорда Акикат Айнасы». Темы для разговоров были близки и понятны всем активистам. Это история, культура и сохранение семейных ценностей. Особый акцент сделали на вопросах формирования патриотизма. Главная цель мероприятия – информирование и обсуждение стратегии «Казахстан-2050», в частности, той части документа, которая ориентирована на молодежь. Нам отведена особая роль, и мы готовы внести свой вклад в реализацию поставленных задач.